Ровно 8 утра свои двери на Алтае распахнули свыше 1600 избирательных участков. В единый день голосования разыгрывалось более 6000 мандатов в местные органы власти, сельские и районные собрания депутатов, городские думы. Всех данных пока нет, известны только результаты по крупным городам и районам, то есть судьба примерно 1000 мандатов. Пока в краевом избиркоме сообщают, абсолютное большинство, 712 из 978, получили депутаты от «Единой России». Партию по итогам голосования поддержало примерно 72% от общего числа избирателей. Только в Барнауле кандидаты «Единороссы» выиграли на 19 из 20 одномандатных округов. На оставшемся округе победу одержал формально самовыдвиженец, но по партийности «Единоросс» Андрей Солодилов. В феврале мы делали прогнозы на предстоящую избирательную кампанию. Ну, в целом, думаю, не дадите мне соврать, практически все совпало, по крайней мере, по Барнаулу. Приблизились к 50%. Явка прогнозировалась в районе 20-25, в районе 20 она есть. На втором месте по числу мандатов депутаты от КПРФ. Пока в краевом избиркоме сообщили, что коммунисты займут 85 кресел в представительных органах власти, в том числе 3 в Рубцовске и 3 в Бийске. И это только по спискам. Примечательно, но в этих городах красные чуть было не обошли единороссов. Отрыв от партии власти составил чуть меньше 1%. По мнению экспертов, такая серьезная поддержка коммунистов – протест действующей власти. Руководство КПРФ считает, что одержало победу, но общие показатели признает необъективными. Коммунисты говорят, голосов в Барнауле они не добрали из-за досрочного голосования, на которые массово загоняли сотрудников госорганов. Такие результаты, как в Чечне. 102 за из 100 за партию «Единая Россия». Поэтому мы, могу об этом уже уверенно заявить, акцию будем проводить, наш митинг протестов, за отмену, как минимум, результатов досрочного голосования, так как они являются полной профанацией и фальсифицируют итоги выборов в городе Барнауле. Похожее мнение об итогах голосования на отдельных участках в Барнауле у справедливороссов и либерал-демократов. И та, и другая партия по числу депутатских мандатов рассчитывали выйти на вторую строчку в рейтинге лидеров. Но в итоге жириновцы третьи, справедливороссы четвертые. Естественно, все это сказало о себе, вот, атаки, да, которые были на нас, в принципе, обрушены нашими какими-то оппонентами. Сейчас правоохранительные структуры наверняка с ними разбираются уже. То есть мы написали соответствующее уже заявление и в органы полиции, и прокуратуру, и в ФСБ. Вот, поэтому надеемся на какой-то адекватный результат. Не факт, что мы признаем эти выборы, не факт, что согласимся с ними. Абсолютно не согласны, так как прогнозы были гораздо лучше и интереснее для нас. Мы отдельно прям считали досрочное голосование, и там правящая партия стабильно получала существенно выше, нежели чем средние городские результаты. Поэтому мы будем сейчас рассматривать вопрос о том, чтобы отдельные участковые комиссии, которые, ну, результаты на отдельных комиссиях, в общем-то, оспорить. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты выборов могут быть отменены, если подтвердятся факты нарушений и массового привода людей на избирательные участки. Но оспорить итоги выборов, заявила сегодня на пресс-конференции Ирина Акимова, можно только в суде. По мнению председателя краевого избиркома, выборы на Алтае прошли предельно прозрачно и честно. Высокую явку на досрочное голосование она объяснила хорошей организацией избирательного процесса. На мой взгляд, именно эта доступность для жителей Алтайского края, приближенность к участку, ну, этой возможности, ну, в первую очередь, ну, является одним из основных показателей того, что участки активно очень востребованы в этом отношении. Если, уважаемые коллеги, у вас будет профессиональная возможность. В отличие от 4 парламентских партий, которые необходимый 5% барьер преодолели, политическое объединение «Яблоко» этого сделать не смогло. В общей сложности они набрали чуть выше 4%. Пока от партии будет работать только один депутат в Добчихинском районе. Ситуацию в Барнауле, в Думе которой они надеялись сформировать фракцию, партия считает парадоксальной. Недоверие, оно нарастает. Вы же видите, явка все ниже. Ну. И в итоге, ну как может быть, как можно считать легитимным органом власти, который выбирала даже путем вот принуждения, это мое оценочное мнение, выбирал лишь каждый, менее чем каждый пятый барнаулец. Ну какое доверие к этой власти?
Оппозиционные партии намерены требовать отмены итогов выборов по отдельным избирательным участкам. Коммунисты даже готовят большой протестный митинг. Он пройдет 17 сентября. Впрочем, возможно, настроение партии изменится, когда избирком обнародуют все результаты. Пока же выводы делают по крупным городам и лишь 1000 мандатов из 6. Елена Макаренко, Николай Шелко, Александр Антропов. Наши новости.